Южноуральцев пригласили на престижные международные выставки и форумы. Одно из приглашений поступило от председателя Государственной Думы Сергея Нарышкина. Он позвал Бориса Дубровского на международный евразийский форум в Астане. Считаем, что это показатель доверия к нашему региону. Определенная оценка нашей работы по развитию сотрудничества с регионами стран Евразийского экономического союза. Планируется в рамках форума доклад, встреч. Ожидается, что на форуме Борис Дубровский расскажет о взаимодействии региона с государствами Евразийского союза. Также делегация Челябинской области отправится на инвестиционный форум в Краснодаре. А с 8 по 11 октября южноуральские аграрии покажут свои продукты на всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве. В прошлом году продукты наших производителей завоевали там 68 медалей. Из них 28 золотых за самый вкусный хлеб, мясо птицы и газированные напитки.